Всем привет! Рады сообщить вам приятную новость. Уже готовится к выходу на экраны новый турецкий сериал «Чужая». В сериале снялись Севда Эргинджи, Исмаил Эгешашмаз, Перихан Саваш и другие. Турецкий сериал «Чужая» – это рассказ о судьбе девушки, которая слишком рано осталась сиротой. На сегодняшний день она замужем за любимым человеком, однако ее возлюбленный немало времени проводит на работе. Мать привыкла, что сын должен быть только ее собственностью. Она постоянно строит козни невестке и клевещет на нее. Он слепо верит матери. Хочется очень верить, что настанет момент, когда невестка решит отомстить. Также в сериале нас будет ждать война за отцовское наследство. По неподтвержденным данным, главную героиню, роль которой играет Севда Эргинджи, будут звать Эзо. Ее мужа, Исмаил Эгешашмаз, Харун. Следует полагать, что Перихан Саваш, сыгравшая недавно в Чукуре мать семейства Кочевалы, сыграет роль свекрови. Пока это рабочее название сериала, одно из альтернативных названий романа «Брошенная в бездну». Премьера запланирована на осень 2021 года на телеканале Fox TV. Более точная информация будет представлена чуть позже. Что ж, на этом все. Напоминаю, что кто ставит лайки и пишет комментарий под моим видео, всегда сопутствует удача. Еще подпишись в нашу группу Facebook «Турецкие сериалы». Ссылка в описании под видео. Всем удачи и до скорой встречи с новым видео!